Повсеместно в республике продолжается изучение проблематики и решение наболевших вопросов республиканской рабочей группы. Репортаж из Сурхан-Алинской области продолжит выпуск. Масштабная созидательная работа с привлечением различной современной техники после изучения республиканской рабочей группы, в составе которой представители министерств, комитетов, в сходе граждан Махалли, Чкурткуль, Шерабадского района, в основе которой идея во имя чести и достоинства человека. Мне 90 лет, но до сих пор здесь мы не видели вот таких асфальтированных дорог. Раньше эти дороги были в плачевном состоянии, теперь за короткий срок их покрыли асфальтом. Все очень рады таким преобразованиям. На основе акурганского опыта сегодня посредством протягивания водопроводных сетей решены многие обращения граждан, связанные с обеспечением питьевой водой. До нас дошло централизованное питьевое водоснабжение. Раньше нам приходилось пользоваться водой из арыков. А теперь посмотрите, как из кранов идет вода. Мы очень рады. Сбылась наша 80-летняя мечта. Сегодня к нам подвели централизованное водоснабжение. Смотрите, какая чистая вода. У каждого дома теперь есть своя питьевая вода. Мы очень рады этому. На новый уровень выходят практические мероприятия по улучшению обеспеченности жителей отдаленных сел электроэнергией. В рамках изучения республиканской рабочей группы отремонтировали 4 трансформатора и заменили устаревшие опоры на железобетонные. Также протянули 9-километровую линию электропередач. Одна из важных в этом направлении задач связана с обеспечением достатка в каждой семье. Для чего не имеющие работы граждане трудоустраиваются, создаются необходимые условия, чтобы были стабильные источники дохода. При помощи спонсоров открылся швейный цех, в результате чего женщины из 4 близлежащих махалей обрели постоянные источники дохода. Еще 5 представительницам прекрасной половины, внесенных в женскую тетрадь, на основе кредита переданы швейные машинки. А на основе субсидий 9 женщин также получили швейные машинки и уже начали свою деятельность. Республиканская рабочая группа изучила и проанализировала все острые проблемы, имеющиеся в махалях и селах с трудными условиями. Помимо решения их в рамках соответствующих программ, задействованы и внутренние возможности. Ослаженная работа народных приемных секторов и органов самоуправления граждан повышает эффективность принимаемых конкретных мер в этом направлении.